Thank you.
Дорогие друзья, братья, сестры, родственники, гости, все пришедшие на это место, мы будем помнить, что мы находимся в доме молитвы. Мы пришли в дом молитвы. И мы будем благодарны нашему Господу. Милость Господня над нами. Бог хранил нас, кто откуда ехал. И мы будем благодарить нашего Господа. Прежде чем мы будем просить благословения на это бракосочетание, прочитаю Слово Божие, которое написано в Евангелии от Иоанна, 2 глава, с 1 стиха. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак». Братья и сестры, такое событие. Слово Божие говорит, что был брак в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там, и был также зван Иисус и ученики его на брак. И без него, без Господа нашего, мы не можем делать ничего, братья и сестры. Мы призовем имя Господне, призовем Господа, чтобы Он прибыл с нами и благословил нас, благословил это предстоящее бракосочетание, благословил молодую чету. Ставши, мы попросим благословения. Владыка Боже наш, мы благодарим Тебя, мы славим святое имя Твое. Ты достоин хвалы и славы и поклонения, наш Бог. Тебе единому вся слава и хвала. Благодарение имени Твоему, милость Твоя над нами и в этом дне. Хвала имени Твоему, и мы собрали свое имя Твое. Мы просим Тебя, благослови нас. Благослови это предстоящее бракосочетание. Мы нуждаемся в Твоем благословении, в Твоем присутствии, в Твоей благодати, наш Бог. Благослови, милосердный Бог. Ава, Отче, аллилуйя. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Слава Тебе, аллилуйя. Ава, Отче, Осана. Харфаламана ламана лаудес. О, Дух Святой. Аллилуйя, мы к Тебе идем, Владыка Божия, и просим Тебя, благослови каждое сердце, каждую душу. Благослови, Господь, Владыка Бог наш, Тебе хвала и слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Дорогие гости, братья и сестры, здесь вот наши жених, невеста и все, которые находятся там, друзья, они готовы. Поэтому приглашаем жениха и невесту пройти сюда.
Займите ваши места. Откровение 19 глава, 8 стих написано: «И дано было ей облечься в сон чистый и светлый». Это дело от Господа. Вот Господь устрояет жизнь человека, Господь выходит навстречу для того, чтобы помочь. И вот когда наши сестры, они выходят замуж, одевают прекрасные белые одеяния, то это не просто вот как-то у нее получилось. Библия говорит, это от Бога, дано было ей. А посмотрите, как жених радуется. А написано в 62 главе вот книги пророка Исаии, как жених радуется о невесте, да, так Господь радуется о своих детях, о народе Господнем. Ну, а вот братья-дружки, написано, что когда вот дружок смотрит на радующегося жениха, он также приходит в восторг. Это не только дружок и дружки, они радуются, когда видят жениха и невесту вместе. Братья и сестры, мы радуемся, потому что этот день сотворил Господь. И это, безусловно, совершается только при одном условии. Любовь свела этих людей. Наш брат Олег, он где-то далеко, с Монтаны. Наша сестра Мира находится здесь. Но от Бога были эти такие, так сказать, пути, дорожки, которые помогли, содействовали, они увидели друг друга, расположили их сердца, и сегодня они на этом месте, чтобы просить благословения Божье. Они здесь при Церкви Господней, чтобы Церковь Божья стала этот молитвенный, как бы молитвенный пролом за них, прося благословения пред лицем Господним. Однако нам нужно слышать сегодня, брат Олег, почему все-таки сестра Мира, может быть, есть другие сестры, также красивые. Почему сегодня ты именно предложил сестре Мире, чтобы она сегодня была твоей невестой? Полюбил. Слава Господу. Сестра Мира, ты дала согласие, сказала да этому молодому человеку. По какой причине? По любви. Слава Богу. Братья и сестры, это дает нам основание призывать имя нашего Господа. Мы не сомневаемся в том, что они об этом скажут. Но, однако, очень важно услышать это слово. Может быть, сегодня кто-то другими методами или другие мотивы для того, чтобы устроить брак. Но эти молодые люди, они по любви на этом месте. Это дети Божьи, это люди, которые являются членами церкви. Сестра Мира является членом поместной церкви. Брат Олег, он находится или является членом церкви в Монтане. Они сохранили себя, они провели свою жизнь в порядок. И сегодня на основании Священного Писания у нас есть благословенная возможность призывать имя нашего Господа. При всем этом у нас есть вопросы к родителям, как и родителям жениха, значит, брат Владимир и сестра Вера, пожалуйста, встаньте. Можно принести к ним микрофон. Мы хотим слышать, насколько вы расположены, благословляете вашего сына, чтобы сегодня он сочетался с сестрой Мирой. Я как отец благословляю и рад, и благодарен Богу за услышанную молитву. Бог дарует нашему сыну спутницу. Я благословляю их. Я благословляю моих детей. Слава Богу. Брат Анатолий и сестра Лена, пожалуйста, ваше благословение или отношение к этому браку. Я тоже, как отец нашей дочери Мирославы, мы рады и благодарим и Господа. И весьма, весьма мы рады и желаем, чтобы их Бог благословил и расположены к тому, чтобы она вышла замуж за Олега. Я благословляю и очень рада. Слава Богу. Значит, место Писания уже было прочитано, мы уже молились, но сегодня, в данный момент, конкретно мы просим благословения на это бракосочетание. Место Священного Писания, всегда мы напоминаем, записанное Евангелие от Иоанна, 2 глава, где Иисус Христос
и ученики, они были званы на брак Кану Галилейскую. Братья и сестры, мы читаем это место, как подтверждаем факт, что пригласили Иисуса Христа. Но каждый раз, может быть, я подчеркиваю, что на тот момент жених не понимал, вероятно, кто был у него на браке. Но сегодня, как дети Божьи, как Церковь нашего Господа Иисуса Христа, искупленной кровью нашего Господа, мы понимаем, что это есть наш Господь, и Его присутствие, и Его благословение имеет важнейшее значение, ибо без Него мы не можем делать ничего. Поэтому, братья и сестры, я приглашаю вас подняться еще раз на наши ноги, и мы совершим молитву. Мы будем призывать имя нашего Господа. Молимся. Всемогущий, всесильный Бог, Альфа и Омега. Аллилуйя! Ревиде кайнзер файми зо. Аллилуйя! Хвала Тебе, благодарение Тебе, Боже праведный. Аллилуйя Тебе, Царь царей, Равиде кумине глории. Благословено имя Бога нашего. Господь, Ты благ, Ты много милостив. Господь, Ты любовью вечной возлюбил нас. Ты простер Твое благоволение, Боже, и в данный момент, и в данный час, Господь, имея этих молодых людей, Боже, мы благословляем Твое святое имя, и мы призываем, Господи Боже, Твое благословение, призываем, Господи Боже, Твое устройство, Господь, в этом бракосочетании, Господи Боже, пусть эти слова, Слово Твоего, они будут доступны, понятны, Господи Бог мой, к устройству семейной жизни, чтобы сделать все по Слову Твоему. Господи, благослови, это просим во имя Твое, всемогущий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Занимайте ваши места. Братья и сестры, мы церковь нашего Господа, мы читаем Библию, и мы знаем, что Библия практически начинается из брака. В начале первая книга или первая глава первой книги Библии говорит нам об устройстве всего видимого и невидимого, всего, значит, земли, все, что мы видим вокруг нас, а может быть уже и не видим по причине грехопадения человечества, но мы видим, так повествует Священное Писание, что каждый день, когда Бог совершал нечто написано и увидел Бог, что это было хорошо. Итак, первый, второй, пятый, то есть до пятого, шестой день сотворения мужчины и женщины. И вот именно хочу подчеркнуть, тогда, когда вот Бог сотворил мужчину, как венец творения, а вот Еву, как самый прекрасный подарок для Адама, то написано, после этого Господь благословил их. И сказал, это 28 главой 1 главы, благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся на земле. И смотрите дальше, вот последний стих этой первой главы. Священное Писание говорит так. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». Когда был сотворен человек, Адам и Ева, все до этого времени было хорошо. А в данном случае все, что сотворил Бог, хорошо весьма. Братья и сестры, мы как дети Божьи верим, так написано в Священном Писании, когда мы искуплены кровью нашего Господа Иисуса Христа и ходим в страхе Божьем пред Богом, то Он производит хотение и действия по Своему изволению. Было время, когда и Олег, и Мира, они находились в доме своих родителей практически до этого дня, и я думаю, что им там было хорошо. Они прекрасные, красивые, возросшие, воспитанные, educated. Все необходимое для них дали их родители. В этом понятно, что это хорошо. Не каждый, не многие, то есть не все, может быть, люди на этой земле, возрастая, имеют все необходимое, все благословения и достаток. Но это действительно очень хорошо, что Бог благословлял и устроял их до этого времени. Ну, а на сегодняшний день, когда проходили сюда, может быть,
при долгом ожидании, Олег, ты сказал в своем сердце, что это действительно хорошо, весьма, потому что Бог благословил и устроил этот день. Вот так было у Адама. Вот этот период времени, мы не можем найти, насколько... Вот первая глава, он говорит, что сотворен был Адам и Ева, и благословил их Бог. Но когда мы читаем вторую главу, то Библия повествует, что какое-то определенное время, когда Адам находится сам, когда он просто наслаждается прекраснейшим творением Божьим в Едемском саду, когда, может быть, не хватило ему времени еще обойти и посмотреть всю эту местность, а написано, что Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Это мы читаем в этой второй главе, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, ему». Каждый раз, когда мы беседуем или с братьями, или с сестрами, чаще всего с братьями, когда у них возникает вопрос жениться, устроять жизнь, мы ставим ударение на то, что в этот Божий порядок, который был с самого начала, он остается благословенным, и единственным практически успехом благословенной семьи, когда мы доверяем Господу и верим, что в всех обстоятельствах Бог содействует, устрояет. И когда ты встретил девушку, когда увидел это из дела Божье, что если, к примеру, человек сомневается, если человек не имеет какой-то уверенности, возложи свое упование на Господа. И когда мы имели вот уже перед браком встречу с нашими молодыми друзьями, они об этом сказали еще раз, но сегодня они должны сказать пред вами, перед церковью. В свое время, когда вот Адам увидел ее, а Бог это соделал, на Адама написано, он навел крепкий сон, и когда он находился во сне, он взял одно из ребер его и из этого ребра создал невесту. Он не видел этого процесса, он не видел, как это происходило, но когда он проснулся и увидел ее, то он воскликнул, вот это она, кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться мне женою. И вот это отношение или положение юноши, когда, может быть, не один раз, и может быть, в молодости, и там 16, кого-то кто-то нравился, и еще какие-то обстоятельства жизни, но вот настал тот момент, когда нужно жениться, и вот ты увидел ее. Может быть, она росла рядом и видел многие годы, но увидел ее, и от Господа приходит вера, это она. Плоть от плоти моей и кость от кости моей, она будет называться мне женою. Еще раз я хочу задать вам вопрос, Олег, ты веришь, что вот это чувство, расположение, встреча, это дело от Бога, что Бог дает тебе миру? Слава Богу. Мира, ты веришь, что вот Олег, это от Господа тебе? Да благословит Господь. И даже тогда, когда мы будем проходить тесты, чтобы мы никогда не поменяли эту мысль. Вы знаете, даже Адам, который точно знал, что от Бога, но он проходил серьезные тесты, когда даже Богу сказал, это же ты дал ее мне. Поэтому пусть Господь укрепит вас, пусть Господь даст всегда в эту крепкую веру пронести через всю жизнь, что Бог особо позаботился о вас и сегодня благословил друг друга. А сейчас у нас есть прекрасный псалом, споет группа, пожалуйста.
час новий он пролетит на дену Иисусе благая часть, и она под солнцем не тлена, и она под солнцем не тлена. Мужчины лицо поросят, и года изменяют меж нас. Можно жить в красоте Христа, чтоб войти счастливыми вечность. Праздник юности, свадебный час, новый он пролетит на венах. Иисусе, благая часть, и она под солнцем не тлена, и она под солнцем не тлена. Слава Богу. Братья и сестры, Бог, когда смотрел на Адама в Едемском саду, он понимал, Бог видел одиночество человека. Хотя понимаем, что от начала все было в Божьем плане, и каждый из нас тогда, когда мы еще не родились, написано, что Бог знал все наперед за каждого из нас. Однако вот тогда, когда решался вопрос Адама, мы знаем, что Бог видел его одиночество. И братья и сестры, и молодые, эта особенность благословения брака, она находится в том, что Бог благословляет особым таким обстоятельством, когда мы можем иметь близкого друга, иметь ту личность, которая Библия говорит, не просто рядом стоящий человек с нами, но написано, что от Бога происходит особое действие, когда вот они двое, они становятся одной плотью. Это такое состояние, когда можно открыть сердце, когда можно действительно прожить жизнь вместе с этим человеком. Ведь такое случается, когда люди, возьмем тогда, когда было очень много людей на земле, то есть мало людей на земле, а сегодня очень много людей на земле. И при всем этом, может быть, хорошо, хороший знакомый, может быть, очень близкий, может быть, даже и папа, и мама. Но когда у человека нету того близкого друга, может переживать одиночество. И сегодня есть та проблема, когда на земле очень много людей одиноких. Может быть, без Бога пытались разрешить свою обстановку, пытались как-то что-то изменить, и их ничего не получилось. И не один раз мы встречаемся с такими людьми, которые эти попытки делали много раз. Братья и сестры, но христианский брак, и в нем есть особое благословение, когда, вот как воспеваются книги песней, это особая книга в Библии, где, может быть, есть и свои притчи, не до конца все для нас понятно, но в нем говорится о любви. В нем говорится об этой книге песней, об общении. И особо мне нравится этот стих, который записан в 2 главе книги вот, песней, 14 стих. Здесь жених, уже возьмем муж, он говорит по отношению своей голубице невесты, голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Голубица моя, дай услышать голос твой. И когда Бог соединяет семью, проходят годы, проходит, может быть, не одно время где-то, и сложных обстоятельств, и трудностей, но это одна плоть. Муж очень нуждается в своей жене, ему очень приятен ее голос, мне очень хочется просто пообщаться. Это особое благословение, которое имеет семья общения, когда вы уже не одиноки. Вы двое, вы два разных человека, совершенно разного строения, но одна плоть. И вам очень хорошо и приятно находиться вместе. Библия говорит о том, что когда вот Господь соединяет семью, в ней есть благословение, особое благословение, когда сторона сестер, как немощнейших сосудов в своем положении, с одной стороны, это сильная личность,
это, с одной стороны, это женщина, которая может много сделать и перенести, но с другой стороны, она не мощнейший сосуд. И есть свои слабости, есть свои трудности и переживания. А потом Бог благословляет мужем, соединяет и становится вот этот брачный союз. И написано, что она уверенно смотрит будущее. Это записано в 31 главе книги Притч. Уверенно смотрит будущее. В чем ее уверенность? Да потому что есть муж. Она не переживает за такие вещи, которые не свойственны переживать женам. Для них есть свое занятие, быть очень хорошей женою, быть хорошей матерью. А есть вещи, которые ложатся ответственностью на плечи мужа. Это билы, это иметь жилье, это иметь различные такие необходимые вещи, которые для устройства семьи необходимы. А еще очень важная духовная сторона. Муж-христианин – это тот, который воздевает свои руки пред Господом. Господь слышит, Господь отвечает. И в этом есть уверенность. Господь благословил семью. Господь благословляет брак. Это те вещи, которые так необходимы. И со стороны также мужа есть та часть, когда написано о нем, что когда он имеет жену, а порой много различных обстоятельств, работа, труд, где-то выезды. 11 стих этой же 31 главы, он говорит, уверенно в ней сердце мужа, и он не остаться без прибытка. И в этом есть благословение, когда Бог благословил брак, когда есть общение, когда есть вот эта уверенность в будущем, понимая, что это устройство и благословение от Господа. Молодые люди, чтобы так было. Очень часто бывает, люди говорят, смотря на другие браки, которые шаткие, которые неустойчивые, и могут себе говорить в своем сердце, ну а у меня очень будет все по-другому. Я построю сильный брак. Значит, чтобы так было, чтобы действительно все благословения, которые есть в браке, они принадлежали нам, при всем этом понимаем, что мы здесь на земле, и апостол Павел говорит о женатых людях, что мне вам жаль, что есть, будут свои трудности, но при всем этом благословения, они неотъемлемы. Чтобы так было, нам важно построить брак на основании Священного Писания. И никакие другие условия, никакие другие как бы инструкции. Может быть, сегодня, когда кто-то из молодых людей вступает в брак, и вам друзья где-то присылают какую-то книгу, которая не библейская, просто советы для новобрачных. И часто там все советы не библейские. Никакое образование, никакие советы людей, которые не основаны на Священном Писании, они не помогут сохранить брак сильным. Но только при одном условии. Если вы, находясь в любви, Господь благословил вас, вы расположились друг с другом любовью, примите решение, у вас все будет так, как написано в Священном Писании. Все благословения брака будут принадлежать вам. И поэтому в первую очередь я хочу прочитать место Священного Писания, где апостол Павел говорит о таких, как бы сказать, самых простых, конкретных условиях, но они неизменны. Культура сегодняшнего времени, не всей планеты, а определенных стран поменяла это. И это очень большая, как бы сказать, беда для человечества. Но это основание Священного Писания. Мы читаем записано в 11 главе послания апостола Павла к Коринфянам, 3 стих, где он говорит такие слова. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Хочу, чтобы вы знали. Олег, ты знаешь, что тебе глава Христос? Как и до этого времени. Я думаю, сейчас ты христианин, который любишь Господа, и дальше в браке тебе глава Христос. А затем Библия говорит, жене глава муж. Вы согласны с вот этим Божьим порядком? Может быть, кто-то расскажет что-то другое. Но Библия говорит, что ты сегодня тот человек, который берешь ответственность за этот брак, что на твои плечи ложится ответственность за все обстоятельства в жизни. Да, между вами любовь, между вами совет. Такое, это будет неправильно, когда просто человек принимает решение, как просто быть бас, господин, повелитель. Абсолютно нет.
все вместе. И быть главой, это быть лидером, это значит быть впереди. А замужем, это занять свое правильное положение, стать замуж. Когда мы читаем вот в самом начале, то мы не находим вот этого порядка с самого начала, когда вот Бог сотворил Адама и Еву, благословил их, когда они уже, может быть, наслаждались общением, а потом горькая реальность, когда происходит грехопадение, когда змей нашел лазейку подойти к Еве, и мы видим, как все-таки закончилась печально эта история. И Бог дальше разрешает вот это обстоятельство, и Он говорит, а сейчас будет по-другому, Он будет господствовать над тобою. Бог расставил вот эту субординацию, чтобы защитить Еву. Муж становится впереди, а Ева, а Мира, она становится за мужем. И тогда Божья милость, Божья ограда. Я думаю, что для этого Павел написал вот это свидетельство для сестер, когда они покрывают свою голову покрывалом, свидетельство, что они вот эту Божью как бы protection, заботу они принимают. И вот эта едемская проблема, она больше не повторяется, потому что враг пытается вторгнуться в семью. Ему не нравится тогда, когда люди любят друг друга, когда там устройство и порядок, и он желает, чтобы что-то сделать. Но там есть муж, который стоит на своем месте, и он просто не может обойти мужа и опять, чтобы искушать жену, потому что они согласились с Божьим порядком. Поэтому да благословит вас Господь. Вы соглашаете с тем, что так написано в Священном Писании. Однако при всем согласии, сестра Мира, при всем согласии тогда, когда вы понимаете, так написано в Священном Писании, так должно быть, но в жизни на самом деле почему-то бывает по-другому. Все-таки не папины слово последнее, а все-таки, я не хочу повторять ту поговорку, да, как мама скажет, то есть папа скажет, а так по маме, чтобы так не было. Потому что в этом есть свои сложности. И поэтому я думаю, что и апостол Павел, и апостол Петр в всех местах Священного Писания, когда они имеют наставление по отношению брака, прежде всего, казалось бы, но мы понимаем, что муж глава, и ему нужно об этом говорить. Но я думаю, что он расставил, и не только Павел, но и другие вот апостолы, они расставили в соответствии необходимости, особой важности. И вы помните, да, что он прежде всего, как только дает наставление вот для женатых людей, он говорит, жены. В первую очередь сразу обращается, мы читаем это место Писания, которое записано вот Ефесянам, 5 глава. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Понимаете, да? Вот это просто Олег, или там просто Павел, или там кто-то другой. Но Библия очень серьезно говорит, это не просто так к слову. Ну, как бы сказать, он не мог найти другого слова. Это очень важная инструкция. Это очень важнейший совет. Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. И особенно тогда, когда опять мы проходим проверку. Особенно тогда, когда кажется, что муж неправильное решение принимает. Вместе общались, вместе решали, вместе рассуждали о той и другой вопросе, но мужа видение, что его поступит по-другому. На основании Священного Писания нужно повиноваться своим мужьям, как Господу. Да благословит тебя Господь мира в этом. Ты слышишь меня, Мира, да? Это имеет очень и очень большую важность. Я не буду обращать на другие места Священного Писания. Библия еще очень-очень много говорит о том, какие должны быть жены. Я думаю, что вы уже много раз об этом читали и находитесь не на первом браке. Я думаю, что самый важный вопрос, на который я хочу сегодня просто сделать ударение, это поставить вот этот правильный порядок в семье. Тогда семья избежит много ненужных вопросов или проблем. Если сегодня кто-то или какая-то семья построила жизнь по-другому, люди живут. Особенно понимая, что как все-таки народ Божий, мы не должны ломать нашу семью, жизнь проходит. Но счастья того, вот того покоя в том, когда обстоятельства нарушены, нет. Почему? Да потому что жена тогда, когда она не находится в должном положении, берет вещи на себя, которые Бог ей непосильную ношу не ложит.
переживания, которые не нужно брать на себя. И вот этих переживаний жена просто, ну, она не выдерживает, она просто внутренно ломается. А муж понял, что ему взяли все с его, как бы сказать, рук. А он просто, знаете, как говорится, пришел с работы, лег и газету читал, ни за что не думает. И это его деградация, это его разрушение, и это беда семьи. Но когда каждый занимается так, как это советует, или просто советует, это говорит конкретно Библия, в этом есть благословение. Олег, Священное Писание говорит для тебя. Тебе был задан вопрос в самом начале, почему ты сегодня именно избрал миру, и ты говоришь по любви. Все мы верим, понимаем, что потому что встретился, расположился, полюбил. Однако, тогда, когда Библия начинает и говорит, в первую очередь, наставление для брачных, чтобы жена повиновалась мужу, следующий степ, следующий шаг, также во всех наставлениях, сразу же, следующее, мужья, любите своих жен. И вот здесь вот апостол Павел говорит, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Это говорит о жертвенной любви для мира, для людей, которые не знают или не пережили жертвы нашего Господа Иисуса Христа, не вкусили, насколько дорога цена нашего искупления. Эта любовь непонятна. Понятно, что сегодня ты сказал о твоих чувствах, о расположении, о том, что когда ты увидел твое сердце, где-то там оно затрепетало, это она. Пришла то вера от Господа, что это она. Но дальше жизнь. И Священное Писание говорит, и в этом есть необходимость говорить, чтобы мужья любили своих жен так, как Христос возлюбил церковь. Это очень серьезно. Это тогда, когда мы проходим через какие-то испытания и тесты, а Божья любовь, она жертвенная любовь, это тогда, когда Господь дает все понимание, когда Господь дает все разумение, когда Господь дает крепость и может быть, ну как бы сказать, по правде законной, я заработал деньги, принес чек, положил на стол, ну а ты там, жена, разбирайся. И если человеку нет это чувств любви, жертвенности, мой Порше, моя часть, она сделана, я сделал все, что необходимо, как мужу, а вот что там, знаете, как задавали мальчику один вопрос насчет папы и мамы. А мальчик так ответил, что папа ходит на работу работать, а мама работает, работает и работает. И вот это нужно понять, увидеть. Когда вот этих чувств жертвенности нету, тогда это можно просто не заметить, не понять. Кто-то может, даже родные и близкие, даже сестры, может кто-то с братьев, может быть, даже твоя мать это может не заметить. Но ты это должен видеть. Если от Господа пришли эти чувства, они указывают на то, что другое не видит, что это моя возлюбленная, что я должен отдать для нее все. Что если я пришел с работы и устал, я должен еще помочь. Я должен делать то, что не видят другие. И вот эти чувства, они приходят от Бога. Их не просто можно получить, как бы сказать, культивируя. Понятно, что в отношениях их нужно культивировать, над них нужно работать. И мы об этом имели беседу и говорили, как важно, ну вот, все блага брака, ну, их познавать, открывать. Но при всем этом от Господа приходит эта Божья любовь, когда мы можем любить жертвенной любовью. Да благословит Господь. Чтобы так было, я хочу прочитать место Священного Писания. Мне она очень нравится. Она записана в книге «Экклесиаст». Это 9 глава, где вот такой совет для мужей. 8 и 9 стих. «Да будут на всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью женой твоей, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей. Да будут одежды твои светлые». Смотри, Библия связывает. Когда мы ходим праведно пред Богом, светлые одежды, это говорит о нашей праведности, о нашей чистоте. Да будут одежды твои светлы, да не оскудевает елей на голове твоей, ты крещен Духом Святым, ты должен исполняться, я должен исполняться, каждый из мужей должен исполняться Духом Святым. Тогда, Господь говорит, благословение брака, оно будет оставаться с нами. И следующий стих. Мы просто будем иметь те благословения в браке, которые принадлежат нам. Оказывается, Библия связывает вот
счастья семьи, святой непорочной жизнью, чтобы был наполнен Духом Божьим, чтобы елей не оскудевал на голове нашей. Да благословит Господь. Мне вопросы для вас, Мира. Ты согласна с порядком Священного Писания, что ты должна повиноваться мужу своему, как Господу? Олег, ты согласен с тем, что говорит Библия, о том, что ты должен любить свою жену Божью любовью, жертвенную любовью, молиться об этом, нуждаться, принимаешь, согласен, будешь так делать, да благословит Господь. Братья и сестры, мы благодарны Богу, что Господь благословляет, дает эту возможность, вот устрояет таким путем брак. А сейчас я прошу вас, в знак вашего согласия, подайте друг другу правые руки. Так как у нас сейчас нету псалма, можно буквально несколько фотографий, и мы будем идти к молитве. Слава Богу! Да благословит вас Господь! Пусть вот это согласие, оно всегда будет в вашей жизни и в вашем сердце. Сейчас у нас время, когда мы будем идти к молитве. Я прошу всю церковь встать на ноги, и мы расположим наше сердце, чтобы благословить этих молодых людей. Библия говорит, что церковь – это столб и утверждение истины. Молитва церкви очень много имеет значения. Будут молиться родители, будут молиться жених и невеста, но церковь – ваша молитва. Порой вы просто как прихожане, может быть, просто как гости. Но сегодня, как Церковь Божья, в первую очередь совершаем молитву, и мы идем в молитве пред лицем Божьим, нуждаемся, чтобы Господь благословил этих молодых людей. Вы можете уже преклонять ваши колени. А затем будет молиться мама невесты и отец невесты. Затем помолится мама жениха и отец жениха. Затем будет звучать псалом. То есть еще будет молиться невеста и жених, а затем будет звучать псалом и будет заключительная молитва. Братья и сестры, церковь, молимся. Хвала Тебе, Господи. Благодарение Тебе, Отец Небесный. Аллилуйя Тебе, Боже праведный. Аллилуйя Тебе, Царь царей, Крамайна, Глория Крамина. Аллилуйя Тебе, Боже всемогущий, всесильный. Благословено имя Твое, пастырь наш. Урмин готы кибиды штаузен. Отец Небесный, в себе жизнь и мир, Господи. И нет твари сокровенной от лица Твое, Боже. Но все обнажено и открыто пред Тобою. Слава Тебе! Слава Тебе, всемогущий Бог! Аллилуйя Тебе, Рамайна, Глори, Крамина! Аллилуйя Тебе, Равиде, Кумине, Штауде, Камен! Да будет имя Твое благословено, Рамайна, Глори! О, хвала Тебе, Отче Небесный! Хвала Тебе, Царь Царей! Хвала Тебе, Боже наш! Хвала Тебе, Иисус Господь! Ты дающий жизнь, Господи! Хвала Тебе! Аллилуйя Тебе, Боже! Боже мой, Владыка жизни, Господи, Царь царей, Господь господствующий Иисус, один Ты, Боже, достойный славы, Господи, один Ты, Иисус, Господи, Тебе, премудрому святому принадлежит честь, слава, держава, во веки веков, аллилуйя, Господи, Боже Дух Святой, что я могу сказать, Боже, что я могу, Господи, Боже Иисус, Боже, Ты знаешь, Боже, словами я так не могу воздать Тебе, Боже. Но Ты видишь, Господи, сердце мое, Ты знаешь внутренности мои, Боже. Я поклоняюсь, я преклоняюсь пред Твоим святым именем, Господи, Боже. Что Ты, Боже, есть добрый Бог, Господи. Не, Боже, по заслугам, но из Твоего великого милосердия. Ты, Боже, Господи, Боже, милуешь нас, милуешь наших детей, слава Тебе, Господи, хвала Тебе, Иисус, и в этот день, Господи, это такой славный день, Боже, радостный, Господи, в жизни наших детей, Боже, в жизни нашей миры, Господи, Боже, и я благодарю Тебя за нее, Господи, я благодарю, Господи, Боже, Иисус,
за то, что Ты сохранил ее, Господи, за то, что Ты, Боже, оберегал ее, Господь, за то, что Ты укреплял ее духовно и телесно, Боже. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Твои святые очи были, Господи, обращены на нее, и во всякое время, Господи, милость Твоя была над нею, Господи. И я хочу, как мама, Боже, Господи, благословить ее именем Твоим святым, Господь. Я благословляю ее, Боже, всеми благословениями, Боже. Может, я сейчас и не могу это вспомнить, Господи, но у Тебя они, Господь Иисус, они в Твоей руке, Боже. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты, Боже, посылаешь ей, Господи, Олежку. Боже, слава Тебе. Боже, она любит его, Господи. Она, Боже, постоянно, Господи, Боже, все радовалась и говорила о нем, Боже. Но больше всего хочу, чтобы они любили Тебя и любили друг друга, Господи, и вместе славили имя Твое, Боже. Благослови Олега, Боже, как мужа. Благослови, Господь, чтобы он, Иисус, Дух Святой, Господи, был добрым, и мира было ему послушно, Господи, и детками их благослови, Боже, Дух Святой, благослови, я прошу Тебя, Боже, храни их в Твоей руке, дабы какой горький корень, Боже, не проник их ни в сердце, не причинил вреда, Господь, я прошу Тебя, Иисус, дабы во всякое время, Боже, их одежды были светлые, чтобы они всегда, Господи, поднимали взоры к Тебе во всякое время дня и ночи, ибо Ты Бог недремлющий, слава Тебе. Благодарю за народ, Боже, благодарю за милости, за то, что и погода, Господи Иисус, хорошая, слава Тебе. Боже, благодарю, Господи, за пастора, за святов, Боже, за всех, Боже, кто, Господи, Боже, Дух Святой подвязался, Боже, молился за нас, благодарю Тебя, воздай от щедрой руки Твоей, Боже, за охрану сюда, Боже, и этого дня, Боже, на дальше благослови Тебя, аллилуйя, аминь. Владыка жизни, Отец Небесный, я весьма благодарен Тебе, Господь, за Твою величайшую любовь и милость. Зачастую, проверяя жизнь, и думаю, Господь, я недостоин. Но Твоя великая любовь, Господь, великая любовь, она, Господь Боже, совершенная, она безначальная и льется, Господь, как река. Слава Тебе! И я благодарен Тебе, Господь, что до этого времени Ты каждому из нас помог. Я благодарю Тебя за нашу семью, за жену, за деток. Я благодарен Тебе, Господь, что Ты дал нам сегодня особый день, где наши глаза видят это прекрасное, Господь Божий милосердный, явление, Господь, наших детей, которые стоят пред Тобою, нуждаются в Твоем благословении. Поэтому Ты, Господь, благослови их, Господь. Я знаю, что у Тебя, Господь, благословений очень много для их, Господь. Ты, Господь, будь с ними. Ты, Господь Божий милосердный, сочетай их и соделай одним, Господь, чтобы они были одно, Господь, чтобы были одни мысли, одно понимание, одни, Господь, чувства, одни, Господь Боже, действия, чтобы Господь во всем и везде славилось Твое святое имя. Благослови ихний путь, Господь Боже, мы не знаем, и Господь они не знают, но Ты, Господи, знаешь их, Господь, наделяй их, Господь, крепостью, силою, здоровьем, финансами, Господь Боже, благослови нашу, Господь, дочь миру, Господь Боже, да будет Твоя рука над ней, чтобы она была, Господь, достойной женою для своего мужа Олега, Господь. А я благодарю Тебя, Господь, и за Олега, что Ты соединяющий, Господь, и они полюбили, Господь Боже, друг друга, Господь, пусть они, Господь, всецело дадутся в Твои святые руки, и ихняя любовь будет, Господь, к Тебе, Боже, благослови ихнюю жизнь. Я благодарен Тебе за народ, который посетил нас, и мы вместе, Господь, с народом Твоим имеем желание возблагодарить Тебя и радуемся вместе. Благослови, Господь, и другую сторону, Господь, родственников от святов и святов наших благослови. Да будет Твоя рука благости и милости. Я благодарю Тебя и за всю нашу, Господь Боже, большую, Господь, родню, за всех родичей, которые, Господь, пришли и разделили с нами эту радость. Благослови всех близких, друзей, знакомых,
знакомых. Мы в руки Твои святые предаемся, а Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Господи, благодарю Тебя. Господи, благодарю и славлю Тебя за этот час. Мы много молились, Господи, и ждали этого момента, и вот он пришел, Господи, этот торжественный день. Я благодарю Тебя, Господь, благодарю и славлю Тебя, что Ты даровал нам этот день, эту погоду прекрасную, Бог мой. Я благодарю Тебя за всех друзей, родных, которые приехали, чтобы родили сами эту радость. Господи, воздай им сам милостью и спасением, Боже. Я благодарю Тебя за новых сватов, которых Ты даешь. Я благодарю Тебя за доченьку, которую они подарили нашему сыну, Господи. Я благодарю Тебя за сына моего, которого Ты хранил эти годы. И вот Ты их соединяешь, мой Бог. Я благодарю Тебя, что Ты их подарил друг другу. Прошу Тебя, благослови их, мой Бог. Благослови всеми благословениями неба, Боже, Спаситель. Ибо с ранних лет мы отдали их Тебе, мой Господь и Бог. И пусть они будут только Твоим достоянием, Боже. Благослови жизнь ихнюю, которая начинается сегодня. Господи, благослови Ты сам Олегу. Помоги быть мудрым мужем. Помоги быть внимательным к своей жене, Господи. А Мирочке помоги любить его от всего сердца. Помоги им жить чисто и свято перед Тобою, мой Бог. Благослови их сам и благослови их наследие, которое Ты дашь им. Да будет оно все благословлено Тобою, Боже. Я еще раз благодарю Тебя, мой Бог, за то, что они такие прекрасные, стоят пред величием Твоим, Боже. Благослови их далее, Спаситель, и храни их от всякого горя, храни их от всякого страдания, Господи, от голода, от холода. И да будет Твое благословение и защита Твоя над ними, мой Бог. Я благодарю Тебя за наших новых сватов. Ты их благослови, их небольшое семейство, Боже. Теперь мы объединились, и нас очень много, Господи, но помоги нам всех любить, помоги нам всех уважать, Господи Боже, и Мирочку помоги от всего сердца принять свою семью, мой Бог, благослови их Твоим благословением, Тебе только хвала и слава, Тебе только поклонение, аминь. Вечный Бог, я Тебя благодарю, Владыка Царь, за милость и за заботу Твою, за этот день, Господи, в котором я стою пред Тобою, вместе со Своей женою, с детьми моими, которых Ты дал нам. И сегодня, Господи, это милость Твоя, потому что Ты приумножаешь нашу семью. Ты даруешь нашим сыновьям жен. Ты будешь, Господи, благословлять и далее нас. И я знаю и уверен в том, что молитвы мои, молитвы моей семьи Ты слышишь. Слава Тебе! Благодарность Тебе, вечный Бог. Я благодарю Тебя за Сына, которого Ты подарил нам в жизни нашей. Было всякое в жизни переживание, страдание, Господи. Ты знаешь, Господи, было и трудно в нашей жизни, потому что потерял здоровье, Господи, но Ты не оставил меня. Не оставил меня и жены моей, Господи, и наших детей. И я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, благослови сына нашего и благослови его спутницу, Господи. Я сегодня не называю ее невесткой, она будет мне дочерью, потому что Ты даришь мне дорогое в жизни моей, Господи. Я принимаю ее и прошу Тебя, благослови их по жизни. Сегодня они будут отправляться в свой семейный челнок, Господи. Они будут плыть по этому житейскому морю бушующему. Но я прошу Тебя, сохрани их от зла, от болезни, от невзгод, Господи. И помоги, чтобы в своих детях видеть последующий род, Господи, который бы прославлял бы имя Твое, Господи. Благослови их. Даруй, чтобы между ними был мир, единство, любовь и согласие. И чтобы враг, Господи, не имел никогда места в их жизни, но чтобы Ты был ихним путеводителем, наш вечный Бог. Я благословляю их именем Твоим и прошу Тебя, прибудь с ними от этого часа, этого дня, Господи, и на все дни жизни ихней.
Я благодарю Тебя весьма за народ, за расположение сердца ихнего, за родных, за близких, за дальних, за всех, кто пришел на сие место, чтобы благословить нашу молодую чету. Я благодарю Тебя весьма, Господи. И нету, Господи, той возможности, чтобы воздать Тебе благодарности каждому пришедшему. Я прошу Тебя, благослови, благослови наших сватов новых, Господи. Я благодарю Тебя весьма. Я не ожидал и не думал, Господи, но Ты прибавляешь к сватам сватов, и Ты умножаешь наше родство. И я благодарю Тебя за это. Прошу Тебя, даруй, чтобы единое целое, Господи, было всегда в нас, чтобы единство, согласие, взаимное понимание, любовь и сострадание царило в нашей жизни, потому что Ты нас еще сроднил кровью Сына Твоего Иисуса Христа. Тебя за это я благодарю и прошу Тебя, благослови сей день, Господи, который Ты и начал благословлять с самого раннего утра погодными условиями, милостью Твоей, благостью Твоей. И далее продли, Господи, и да будет милость Твоя в дальнейшем служении. Да будет Тебе честь, хвала и благодарение вечному, любящему и праведному Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Боже наш Иисус, я стала перед Тобою, Господь. Только Ты знаешь мое сердце, Иисус. Я так от Твоего дня ждала, Господь, и Он здесь. Спасибо Тебе, Иисус. Я это не достойна, Господь. Передо мною, Господь, Олежка, Иисус. Я его так люблю, Господь, спасибо Тебе за этот подарок. Он такой добрый ко мне, Иисус. Слава Тебе за него, Господь. Помоги мне, Господь, быть хорошей женой, Господь Боже, дай мне мудрости, Господь. Господь, благослови его, Господь, благослови его сердце, его глаза, его, Господь, душу, его мысли, Иисус. Господь, благослови его родителей, Иисус, слава Тебе за них, что они меня приняли, его вся семья, Господь Боже, слава Тебе, Иисус, Господь, за маму и за папу, Боже. Аллилуйя Тебе, Грин, Амин. Боже, я так буду скучать. Боже, они для меня все. Благословение, Господь, они все для меня делают, Господь. Прости меня, если я, Господь, не было, Господь, где-то, Господь, нехороший. Прости меня, Иисус. Благослови мне добрые сердца, Боже, Иисус. За мою всю семью, Господь. Я прошу Тебя, Господь, помоги мне, Господь, дай мне силы. Господь, благослови мне новую жизнь там, Господь, Альматера, Боже. Помоги, Господь, мне быть примером, Боже, для окружающих меня, Господь. Помоги нам, Боже, Иисус, просто всегда быть с Тобой, Иисус. Ставлю Тебя на первом месте, Господь, помоги нам, Иисус. Я прошу Тебя, Господь. Я ничего не достойна, Иисус, это милость Твоя надо мною, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус. Благослови всех гостей, которые здесь, Боже, Иисус. Благослови, Господь, погоду. Но я благодарю Тебя за погоду, Иисус. Я так молилась, Боже, Иисус. И просто я вижу Твою руку, Господь. Это любовь Твоя, Иисус. Слава Тебе, Господь, за все. Ты, Боже, будь прославленный. Тебе за всю славу, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Боже праведный, предстал я пред Тобой, Боже, в этот день, Господь. Ты видишь, Господь, ибо Ты на этом месте, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Боже, что Ты послал мне миру, Господь, в жизнь мою, Господь. Недостоин, Господь, сколько жизнь моя ходила на пропасти, Господь, Ты меня хранил. Ты меня оберегал и охранял, Господь. Ты послал родителей в мою жизнь, Господь, которые показали мне истину, Господь, которые возрастили меня, Господь, дали мне жизнь. Благодарю Тебя, Боже. Но Ты мне помоги, Боже, дальше, Господь, идти в этой жизни, Господь.
оставшие родителей, Господь, идти с мирой, Господь, прошу Тебя, Ты благослови, Господь. Благослови нашу совместную жизнь, Боже, прошу Тебя. Помоги быть мне примерным отцом, Господь, если дашь жизни, Господь. Примерным мужем, Господь, чтобы полагать свое основание на Тебя, Господь. На Слове Твоем, Боже, помоги, прошу Тебя. Не достой ничего, Господь, но Ты благословляешь, Господь, выходишь навстречу, благодарю Тебя, Господь. Тебе честь, Тебе и поклонение, Боже. И тех гостей, Господь, которые Ты, Господь, по великой своей любви и милости, Господь, привел на свое место, Господь, восставим во 100 крат, Господь. Тебе честь, Тебе и поклонение за новые семейства, Господь, родство, которое Ты посылаешь, Господь, хвала Тебе за новых родителей, Боже. Я благодарю Тебя и славлю, Боже, не достой ничего, Господь. Но Твоя великая любовь и милость надо мною. Благодарю Тебя, Господь. Храни надали этот день, Господь. За солнце, которое, Господь, зашло над головами нашими, Господь. Благодарю Тебя и славлю за эту погоду, Господь. Тебе честь, Тебе и поклонение, Господь. Благослови, Господь, также дальше этот день. Устрой по воле Твоей. Ты единый достоин хвалы и славы и благодарения. Отец и Дух Святой. Аминь. Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Господь, на руках молитвы мы представляем пред святым лицем Твоим, Господи, эту молодую пару. Господь, мы благодарим Тебя, Господи Боже, за сестру миру. Господь, дано ей Альфа и Омега. Господи, облечься весь сон чистый и светлый. Аллилуйя. Господи, Ты одел его жениха, Господи, в одежды. Господи, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы верим, это день, Господь, от Тебя. Это дело устрояешь Ты, Господь. И мы, гости, благословляем именем Твоим. И мы призываем власть и силу Твою, Господи, в жизнь ихнюю, Господи Боже. Призри светлым лицем Твоим, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи, Бог мой, благослови, Господи Боже,
живым общением с Тобой, Господи. Да будет добрая сокровищница неба, она всегда была открыта для них. Господь, благослови, Господи, Олега, как мужа, как священника, Господи, иметь веру стоять в проломе за народ, Господи, за церковь свою, Господи, за гости дом свой, Краменаун и Клаймин. Господи, да будет, Бог мой, рука власти, силы и венит на нем. Господи Боже, благослови миру быть доброй женой, послушной, Господи, быть примерной, Господь. Благослови, Господи, наследием во имя Иисуса Христа. Боже, благослови, Господи, различными нуждами, Господи, которые, Господи, в жизни бывают по необходимости, устройстве, Господи Боже, в вопросах, Господи, бытия, жилья, работ, Господь, да будет милость Твоя, рука Твоя, Господи, и десница над ними. Отец Небесный, когда будет переживать скорби и трудности, может быть, болезни, Господи, пусть в молитве, Господи Боже, верою, Господи, предстают пред Тобою и видят милости Твои. Отец Небесный, созидай для Царствия Твоего, Господь, проведи их через жизнь, Господь, благословение, ведение и управление. Отец наш Небесный, мы их предаем в Твои руки, Господи, и верим, Господи, власть и силу Твою, устройство и благословение Твое, благодарность Тебе, хвала Тебе, Господи, за эту новую семью. Да будет имя Твое благословено, всемогущий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, поднимайтесь. И еще раз подайте руки друг другу. Братья и сестры, церковь, родные и близкие, сегодня имею честь объявить о том, что родилась новая семья, и мы имеем сегодня не просто жениха и невесту, а сегодня муж и жена, брат Олег и сестра Мира. Слава Богу, да будет имя Божье благословено. А сейчас уже как муж ты имеешь право поприветствовать свою возлюбленную. Красивая у тебя невеста, да. Жена. Да и он ничего. Да. А чтобы вот она была вот такая красивая рядом с тобой, это забота, переживания родителей, да, и Мира. Handsome boy, yeah? Очень хороший, очень прекрасный брат, и это заслуги родителей. Как вы будете вообще общаться с ними, обращаться? Там, Анатолий, или как ты будешь к ним обращаться? Папа, мама. Папа, мама, Мира, а кто для тебя будут эти? Папа и мама. Не просто тетя Вера, да? Папа и мама. А Анатолий, Лена, как вы принимаете следующего молодого человека в ваш дом? Сын. Доченька наша. Брат Владимир и сестра Вера, это ваша дочь. Слава Богу. Я верю, мы понимаем, что вы очень, очень любите ваших детей. Это ваши дети, но на сегодняшний день, я должен сказать, это уже отдельная семья. Если до этого времени у вас были возможности, когда могли учить, наставлять, давать советы и настаивать, чтобы они послушались вас, то сегодня, когда рождается новая семья, это как новое государство, в них будут свои законы, они будут принимать свои решения в соответствии с Священным Писанием. И очень хорошо, когда вы... можете прислушаться к тому, что говорят родители. Но, однако, прежде всего, ваш совет, ваши рассуждения. И если они примут то, что вы советуете, хорошо. Если они не примут, тоже хорошо. Еще один такой совет. Если вдруг вы заметите, что что-то действительно очень такое происходит, когда вы хотели бы что-то там повлиять на обстановку в их доме, никогда не делайте это наедине, или там в отдельном мире, или там в отдельном Олегу, только вместе. Да благословит Господь. Место Священного Писания, это записано, это слова нашего Господа Иисуса Христа. Написано так, что сочетал Господь, того человек да не разлучает. Значит, если вы построите ваш дом так, как написано в Священном Писании, вы сможете выполнить все, что Бог имеет для вашего дома и для вашей семьи. Господь даст вам силы и возможность принять и воспитать детей.
и выполнить служение, на которое Господь имеет лично для вас, для вашей семьи, как для тебя отдельно, мужа Божия, так и в общем, как ваша семья. Божьи благословения. И еще одно место Священного Писания. В свое время об этом говорил Господь для народа израильского, который избрал их для себя особым народом. И он говорил, после всех тех моментов, всех заповедей, наставлений, вразумлений, а потом Господь говорит слова благословения. И вот вам слова благословения. Позже там есть другое, если вы не поступите так, там другие слова, но вы согласны с Божьим Словом, и вы ревнуете свою жизнь построить так, как написано в Священном Писании. Поэтому Слово Господне говорит так, как благословение, к согласию к Священному Писанию. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах». И значит, самое первое, «плоде чрева твоего», а дальше «плоде скота твоего», «плоде полей твоих», «на земле, которой Господь клялся отцам твоим дать тебе». «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свое небо, чтобы оно давало дождь земле твоей время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам брать не будешь. И сделает Господь тебя главой. Да благословит вас Господь». Мы очень рады, что сегодня родилась ваша семья. Мы очень рады за вас. И да благословит Господь, чтобы эти слова благословения – они принадлежали вам. Братья и сестры, бракосочетание пришло к концу. Сейчас пришло время, когда мы можем поздравить. Но еще один момент. У нас еще есть роспись. И во время, я думаю, что росписи мы уже услышим поздравительный псалом. А затем мы будем поздравлять молодых. Здесь такая серьезная, как бы сказать, вторая кафедра. Нужно их принести, пожалуйста, братья, сюда ближе. Можно псалом. Да, пожалуйста, можете занять ваши места. Пустится любовью горят, Божью веру окрыли надежда. Взоры обратите на Христа, Он вам дал одно на двоих сердце. Читал сам за царей, славился он белый хвале, а мы прославим на земле. Любовь Христа, что соединит сердца, солнце ангелы в поле.
Наше бракосочетание подошло к концу. Я думаю, вторую часть сейчас отец невесты объявит. А сейчас время, когда мы можем поздравить. Пожалуйста, мы, я думаю, будем первыми, и потом все остальные, с отцом, с родителей, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, дорогие родственники, дорогие близкие, знакомые и все приглашенные, мы весьма рады, что вы пришли разделить такое наше торжественное мероприятие нашего бракосочетания, наших детей. Но еще и не кончилось все это торжество. Мы вас всех приглашаем после приветствия молодых в тот зал, где будем мы разделять еще вот такой брачный пир. Все, которые здесь в этом зале, не уходите, но будьте с нами до конца нашего мероприятия торжественного. Внимание! Я бы хотел бы обратиться к родственникам или к детям наших, все, семья Ковалевич. Пожалуйста, после приветственных вот таких мероприятий, пожалуйста, не уходите с этого зала. Мы хотим сфотографироваться с женихом и невестой. Мы еще их называем жених и невеста. И семья Морозовых, пожалуйста, также просьба, не уходите туда на брачное торжество. Мы хотим вместе сфотографироваться, пожалуйста. Пойдете в путь, а в жизни может статься не так легко, но день вчерашний не вернется. Вы вспомните эдемской тишины красу, коль грусть, тоска вдруг принесет свою слезу. Жизнь творил,
мрачный аккорд согласия. Все это лишь только начало, и звуков, дай Боже, им счастья. Для счастья понятно мало, счастью крутые дороги, и встретиться с ним непросто. Оно не придет к порогу случайно стучащим гостем, оно не наполнит сердце, оно даже мысли не тронет, когда в отношении средства не благодать, а законы. Хотим, чтоб под небом синим, где дни ликований нечасты, шел с вами Спаситель сильный, дающий и в скорби счастье. Хотим, чтоб под небом синим, где дни ликований нечасты, шел с вами Спаситель сильный, дающий и в скорби счастье. Оно наполнит благоухающим миром. Прибудьте в его покое и вечным дышите миром. Не дайте Христу оплакать день брака от укоризны, но в светлой фате без пятен пройдите дорогу в жизни. Не дайте Христу оплакать день брака от укоризны, но в светлой фате без пятен пройдите дорогу в жизни. Но в светлой фате без пятен пройдите дорогу в жизни. Своим присутствием освяти.
тогда в водоносах каменных есть вода. Кушанья чудесного хватит всем, но вина небесного нет совсем. Посети нас, Господи, силой Ты. Сотвори вино для нас из воды, молодых напутствием утверди, нас своим присутствием осверти. Посети нас, Господи, силой Ты. Сотвори вино для нас из воды, напутствием утверди, нас своим присутствием освяти. Два сердца забилось в груди, две жизни слились в пути, как крылья у птицы одной собрались в полет свой большой. И чтоб не ослабнуть в далеком пути и солнечный край там себе обрести, а если и на всех семейному кругу, спешите, спешите, спешите друг к другу.
светит в окно, и вашу семью пусть согреет оно. А если не настиг семейному кругу, спешите, спешите друг другу. И солнышко свет пусть вам светит в окно, и вашу семью пусть согреет оно. А если не настиг семейному кругу, спешите, спешите, спешите друг другу. Спешите, спешите.